Доброго ранку всім. За вікном іде дощ, а на душі, в серці пісня. Погода в домі прекрасна. Знову птиці в стаї забираються. Ждет із-за моря дорога дальняя. Яркое, веселое, зеленое. До свидания, лето, до свидания. За окном сентябрь, провода качает. За окном с утра серый дождь стеной. Этим летом я встретился с печалью, а любовь прошла стороной. Не вернешь обратно ночи звездные. Не напрасно все же сердце вспомнило. Все, что это лето обещало мне. Обещала мне, да не исполнила. За окном сентябрь, провода качает. За окном с утра серый дождь стеной. Этим летом я встретился с печалью, а любовь прошла стороной. Там, где мне в ладони звезды падали, мокрая листва висит на дереве. До свидания, лето, до свидания. Не напрасно все же я надеялся. За окном сентябрь, провода качает. За окном с утра серый дождь стеной. Этим летом я встретился с печалью, а любовь прошла стороной. Этим летом я встретился с печалью, а любовь прошла стороной. Доброго ранку, ребятки, всем. Мы встали, сейчас будем завтракать. Честно сказать, вчера, когда, в общем, ложились спать, уже приняли душики, все дела, я говорю: Витя, а не хотим ли мы достать одеяльце и вдеть его под одеяльник? Он говорит: боже, а я молчу, ты же всегда жаркая такая, тебе уже и не предлагаю. А я говорю: да не, уже бы я, наверное. И вы знаете, не пожалели. Я сегодня прям, насколько я не люблю валяться с утра, да, вялиться, как у меня слово такое, вялиться, не знаю почему. Сегодня я повялилась прям до начала восьмого. Это, для меня, скажем так, рано привыкла вставать, не ради того, что... А времени жалко, время хорошее, время уходит. Хорошее чем? Что двигаемся, ходим, живем, жизнь продолжается. Вчера было мне, не замечание, такой спокойно спится, ни о чем не думаешь, когда они летают над головой. Ребятки, мы эту тему с вами открывали, не буду над этим, скажем так, много... говорить, потому что я ничего не могу изменить. У кого-то так, мы не желаем так... никому, чтобы нигде на Украине не летал. Всем понимаете? Желаем мира, покоя и, скажем так... У нас так... тоже тут порохова бочка, атомная станция, понимаете? Я никому не хочу, чтобы летало нигде, не дай Господь. А люди есть радуют, вот у вас не це, а на, вот бы и вам так. Нельзя так. Садимся мы завтракать, обычное, банальное, но опять-таки не банальное. Чуть-чуть у нас было картошечки отварной, картошка, яичница, кетчуп,
Это уже пойдет к чайку, сырок, колбаска. Пирожок доедаем с творогом, который я делала. Я не знаю, пирожок или как его назвать. Ну, пусть будет пирожок. Варенье у нас грушевое, медок. От друга спасибо, Калюнька, Танюшка. Очень вкусный мед, обалденный вкусный. Душа вложена, знаете, как, о, тем более я видела, как он убирается, собирается. С хорошим всегда настроением, на позитиве, Коля. Дело в том, что Колю жизнь не поменяла. Если вы видели наш ролик, когда мы ездили к друзьям, настолько человек позитивный, настолько улыбчивый, с ним всегда в любой компании, скажем так, зажигает, дает такого тон, поддает и анекдотик, и у него очень обаятельный смех. А представьте, в армии с таким служить. Да, он когда смеется, смеется все вокруг. Он никогда не товарищ лейтенант, он договорится, он... Такий, знаете, умеет ладить с людьми, да, подход. Да, він говорить, там, это, ми ніколи флюрі не получали, там другі, там не може командир там раз, за, хоп, і заткнувся той сержант. А Коля той товариш, да, товариш, да, да. Ну так ви ж, ну і він, ну, молодець. І синов'я удались в отца, да. І в маму такі. Ромчик, ми їх бачили, да, давно, но вони були моложе, а зараз вони вже, знаєте, як, ну, мужья, отцы, да, такие, ну, состоявшиеся мужчины, и они с нами общались, как, ну, как будто бы мы родные и видимся очень часто, так просто, запросто, ну, очень скучаем по ним, им большой им приветик, медок кушаем, всегда о них вспоминаем, спасибо вам огромное. Так, ребятки, ну а что, день продолжается, всем хорошего, удачного дня. У нас дожди обещают на 3 дня, так что сегодня мы, не знаю, выйдем, не выйдем. Не, пока дождика нету, вынырнем пару метров на круге. Ну, надо пройтись, да. Вот так. Пройдемся, потому что ловить моменты между дождями нужно. Воздух свежий, хороший, не жарко. Пойдем сейчас прогуляемся. А пока всем приятного аппетита, хорошего дня. Мы всегда с вами, Витя, Лена и Степашка. Приятного аппетита. И доброго здоровьечка. Ребятки, начинаю поливать цветочки. Не могу вам не показать, не похвастаться своим вот этим вот роскошным цветком. Я его покупала маленьким-маленьким. Буквально он был сантиметров, может, 6-7. Буквально 2-3 листика было. Покупала у бабушки на дорожке. Я люблю цветы покупать у бабушек на дорожке. Какие-то такие растения, которые мне нравятся. Вот этот я покупала, который уже сейчас такой красивый, роскошный. Люблю я его. Вот. И вот эту кукурузку. Я ее так называю. Я не знаю, как он называется. Вот. Но мне он очень-очень нравится. Я не знаю, мне, наверное, нужно уже подумывать о том, что ему нужен, наверное, горшочек побольше. А может и нет. Ему здесь мало места, немало. Я даже не знаю, какая у него корневая система. Кто знает, напишите. Подскажите, пересаживать его в побольше горшочек или не надо. Опять-таки, в какое время, может быть, не сейчас, а может, наоборот, сейчас. В общем, может, надо загуглить или вашего совета попрошу. Кто знает, напишите. Нужен ему емкость побольше для корневой системы. Какая она у него, смотанная или в каких-то там... ну, короче, какая она есть, не знаю. И как он называется тоже, если знаете, напишите. Степанка пошел завтракать. Я сейчас перемою посуду. Соберемся, пойдем погуляем. Подышим свежим воздухом. Вот. И день будет продолжаться. А, еще полью цветы. Да, потому что их надо полить, все цветы мои, которые растут, цветут. Им тут так хорошо на балконе. Свежий воздух, всегда лучи солнца. Но они не яркие, они такие скользящие. Бывают только утром солнышко, минут 15-20. Там зреют яблочки, лежат. Ну, короче... Переставила я декабриста в зал, потому что ему там места мало. Вот. И пускай он там, ну я смотрю, новые пускает листики. То есть, может быть, зацветет когда-нибудь. Я знаю, что он капризный к цветению, его нельзя трогать, с места на место передвигать. Ну вот, но я надеюсь, что он когда-нибудь расцветет. Буду заниматься сейчас поливом цветов, ребятки.